Статистика, наука методичная, скрупулезная, но медлительная. Результаты обширных исследований специалисты получают и публикуют через полгода-год после опросов населения. Сотрудники Иванова-Стат в 2014 году начали исследование времени, точнее его количество, которое используют ивановцы на работу, отдых, общение, воспитание детей, хобби и так далее. Результаты изысканий станут известны не раньше апреля следующего года. В марте 2014-го завершены опросы по доходам населения и участию жителей региона в социальных программах. Исследовали специалисты 408 домохозяйств. Полученные результаты помогут оценить уровень бедности в регионе. Ивановцы, участвуя в опросе, давали качественную характеристику своей жизни. По доходам населения мы обследовали население города Иваново, Кинеш, Мытейково, Фурманово, Шуи, Кохма, Родников, Плёса, Юрьевце и Южи. Если мы говорим о сельском населении, то обследование мы провели в Комсомольском, Ивановском и Шуйском районах. И информация по этому обследованию у нас будет готова где-то в декабре.